Всем привет, ребята. Давно не выбирался в лес. А сегодня нашел севушку я. Погода хорошая, солнышко. Вот иду сейчас на старую стоянку. Часа полтора иду, ну так, с остановками, с отдыхом. Кое-что снимаю. Вот. Погода сегодня, наверное, как синоптики передают, последний день такой теплый в октябре. Дожди пойдут, холодно будет. Но я надеюсь еще, что куда-нибудь съезжу, выберусь. А сегодня иду на старую стоянку под навес. Долго я сюда собирался, и долго здесь не был. С весны. А с весны никуда не мог съездить. И вот сегодня все-таки решился. Пойдем. Воздух осенью особенный. Пахнет листвой и павой. Перемешку с хвоей, с соснами, с елками. Конечно, это самое любимое время года моя осень. Осень и весна. И тебе комаров всяких, мошек. Не знаю, как здесь. Поддерживали здесь порядок или нет. Вот ребятки эти, кто строил здесь, давно забросили это место. Ну, конечно, есть причина всему. Здесь начали ходить быдло, сорвали здесь баннер. Не умеют наши люди себя вести. Подхожу я. Андрюха, тебе привет передаю. Вырвался на свободу, я решил сегодня прийти гулять, поснимать немножко, подышать свежим воздухом. Красивое местечко здесь. Давно здесь никого не было. Что видно, тропинки-то заросла. И к речке тоже тропинка заросла. Вот такое местечко здесь. Пришли. Моя валежника там лежит, так ее вот не тронули. Я хотел ее распилить еще в том году, здесь было зимой. Вот. Если будет здоровье, буду сюда ходить на лыжах зимой. Вот. Будем жечь костры, беседовать. Сейчас пойду, пока за водой схожу, хочу чайку заварить. Давно не пил лесного чая. Да, найти воду здесь это целая проблема сейчас. Трава рост человека, сухая. Здесь давно никто не ходил, тропок нету. Здесь речка вот в 10 метрах, но там все заросло к чертям. Берег стал обрывистый, все заколодило, заилилось. Тина не подобраться, пришлось идти где-то метров, наверное, 200 за водой. Везде обрывистые берега, но нашел все-таки водички. Чтобы чаю заварить. Ветрено сегодня. По лесу-то шел. Не было ветра. А здесь вот как бы низина такая. Здесь вот постоянный ветер. Вот. Ладно, буду
заваривать чай. Взял сегодня лесных трав всяких там в перемешку с иван-чаем, шиповник и черти что какие травы, свой букет тут. В общем, буду потихоньку варить чай. Да, что досадно, набрал я воды. Я забыл с собой взять спички. Зажигаю. Горелочка-то у меня. Я взял другую. Здесь нет пьезоэлемента. И спичек у меня нет. А добывать огонь, как Bear Grylls, методом растирания задницей трения, я не умею. Так что придется сегодня отужинать без чая. Ну, не впервой, как говорится. Будем пить обычную воду. Благо, я с собой баклажечку воды взял. Ну что же, обидно, досадно, но ладно. Яички я все подавил. Больше всего я сегодня боялся, что сегодня не дойду сюда. Такой какой-то страх существует. Вот знаете, вот после болезни, что ли, это у меня выработалось. Не выработалось, а хрен знает, как это назвать. Ну, как-то вот по весне я собирался в лес, вот сел в электричку, одну остановку проехал, стало плохо, я вылез, пошел в сторону дома. Вот и сейчас просто как тут идешь и боишься, что станет плохо. Вот. Бывают такие моменты у меня дома, я когда целый день вообще не вылазил. Сегодня где-то я пятерочку-то сделал, контроль 5, потихоньку. Пока тут тьфу, чувствую себя нормально. Может быть, и на следующий год начну походы ходить. Хотя загадывать не буду. Ладно, ребят, буду я кушать. Потом попозже, надеюсь, наверное, еще включу. Ну вот, друзья, спустя час я тут немножко поклабродил, пофотографировал тут на телефон. И смотрю, валяется старая зажигалка. Она уже без газа, подчерку, кремень искрит. Ну, разжег газ. Правда, уже съел все, ну там пару яичек у меня было, тут курочка немножко. Ну, сейчас вот решил чайку все-таки вскипятить. Очень хотел я на природе попить чай. Нет, тут у меня тут к чайку тут какая-то бараночка осталась. Вот, и запарю картошку. Есть у меня картошка еще. Вот. Так что время 15 минут 5, успею я. До 6 еще светло. Так что посижу. Покушал, картошки запарил. Отлично. Время без 15:05. Солнце заходит потихоньку. Ветер успокоился. Здесь тихо стало. День сегодня вообще обалденный. Так тепло. Блин, вот какой-то не октябрь, а май. Ну, градусов, наверное, сегодня 12-13. Ну, запарил чайку. Сейчас пью шиповником. Тут шиповник нашел свежий. В этом году не собирал. Хотя вот, может быть, найду время, наберу, скажу.
там есть одно место, много шиповника. Я набираю, мне как раз хватает на год. Сегодня как-то прошел мимо и не обратил внимания. Надо будет, если вот он не опал, собрать его. Чаек сейчас покажу какой. Вон, на что видно. Шиповник здесь. Всякие травы. Вот, лесной чай такой самый витаминный, самый полезный. Ну что, день близится к концу. Все, попил я чаю до пуза. Блин, тут сейчас взлетел какой-то репейник, еле от него очистился. В общем, с плотным животом. Пойду домой. Чтобы тут идти-то недалеко, где-то километра 4, но для меня сейчас 4 километра это много. Судя по мне, как я осунулся после болезни. Идти мне долго, я иду сейчас потихоньку. Ну, надеюсь, я, наверное, еще завтра хочу съездить на речку Малкчу. Наверное, завтра я съезжу. Вот. На лет речки, наверное, доеду. Если все будет нормально. Ну, фильм, наверное, разобью на две части. Вот. Потому что, ну, чтобы не было... Чтобы вас не мучить. В котелке остался чай. Вроде хотел так поставить, а разольется. А вливать жалко, хороший чаек. Ну все, ребята, пойду я. Всего вам доброго. Ходите на природу. Не оставляйте там мусор. Берегите себя и природу. До встречи на ютубе. Пока.
давно, уже душой богат. Здесь я обрел себя когда-то, когда увидел вдалеке закат.